Достар, Man of Medan ойыны кешке шығады, күтіңдер. Ты же здоровяк! Черт! Бұл видеоның спонсоры BriggsBet компаниясы. Но не кезі деген промокодпен сендерге бонус берет, сілтемесі комментарияда. Ассалому алейкум, достар, сіздермен бірге Нони. Бүгін біз мафияның үшінші бөлімін жалғастырамыз. Өткенде осы жерден тоқтадық. Бізді босс өзінің кабинетіне шақырып жатыр екен. Барып қарайық, не болып жатыр екенін. Достар, сендерден 20 мың лайк күтем. Өйткені сендер үшін тырысып жатырмын. Еңбекті бағалаңдар, шабытпен келесі бөлімдерді тез-тез шығарсын десеңдер, аямай лайктарыңды басыңдар. Сендер үшін 1 секунд, ал мен үшін өте қуанышты зат. Кеттік ал. Опа, біздің босстың отысына қараңдар. Ватаван, простите, опоздал. Садись. День сбора дани, парни. Доми за рулем, более сам на вас остальное. Все как обычно. Сегодня весь день в разъездах. Билл задолжал нам за мотель в том месяце. Проследите, чтобы не забыл процент. Без проблем, босс. Постарайтесь не распускать руки без необходимости. Клиент должен понимать, какую важную услугу мы оказываем. Вы должны быть ангелами-хранителями, гарантировать защиту. Мы не Костоломы вроде Морелла, мы выше этого. Но услуга стоит денег. Мы справимся. Возьми у Ральфи машину. Хорошо, босс. Ақша алып келуіміз керек, Билл деген адамнан. Солай түсіндім, типа бізден гостиницаны арендаға алған и... Ты не передаешь, что у него для тебя кое-что есть, Том. Зайди к нему. Окей. Наверное, хочет рассказать дурацкую байку о том, как надрал кому-то. Поговорите с Винченцо. Винченцо деген бағанағы бізге қару жарақ беретін адам. Барып сөйлесек, мені шақырып жатыр екен. А вот и ты. Я увидел это и сразу же подумал о тебе. Опа, револьвер. Алло, лайк. Носил пушку. Стрелял пару раз на ярмарке. Это не в счет. Направь ее на цель вон туда. Вон туда? А, Мнома. Смотришься ты неплохо. Хм. А теперь давай. Щелк-щелк-щелк. Бабах. И мозги по стене. Так, теперь перезаряди. Вот здесь открываешь и готово. О, он бермеген, о. Все, перезарядка сами-с. И еще запомни. Пушкой светить нельзя. Держи ее за поясом. А, отлично. Снутят, снутят. Когда начнется пальба, ты это, ищи укрытие и старайся не обосраться. Спасибо, Винченцо. Я ценю это. Это для босса и Фрэнка, я, Винченцо. А для тебя я просто Винни. 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 Окей, окей. Рахмет, бүкіл істеп жатқан жақсылықтарың үшін. Енді сені Винченцо емес, Винни деп атайым. Өйткені солай ата деп өзің айттың. Темек шевермесең деші. Я видел Бифа, он говорит, Морелла все еще бесится из-за побега. Ты знаешь, как в такую залезть, Томми? Локтем в стекло, суешь руку. Делов-то. А потом весь день вставлять стекло. Смотри. О, есть-то қалай. Терезен сындырма ашуды үйрету атыр бізге. Учись. Да ты просто волшебник, Ральфи. База жоқ. Короче, біреуі бізге пистолет берді, мынау бізге есікті қалай ашуды үйретіп атыр. Покажи, что ты умеешь. Так, дверной замок. Зажмите, чтобы... А, зажмите, да, просто басқан бол. Томми. Ага, подцепил. Вот так и надо. База жоқ. Хорошего дня, парни. Окей, окей, отырындары. Келдім, налар. Че там, кетік па? Іске сәт. Первым у нас Эл. У него пекарня на Лонгмен-стрит. Знаешь, где это? Ага, знаю. Эл снова задержал? Похоже, да. Очень жаль. Пекарняға баруымыз керек екен. Так, біздің шығып кететін жағымыз қайда еді, мына жақта ма? Поезжайте по первому адресу, дейді. Оңға бұрыламыз. Енді сөйлей бермеңдерші, өтініш, машинада отырып алып, мыналардың сөйлей беретіні маған ұнамайды, ше, негізі. Мен өзім сөйлегім келеді өзімнің видеомда, но мен сөйлейін деп атсам, мыналар бір деңгелерді айта бастайды, сөйлей береді, сөйлей береді адамның миын ашты.
Но енді пайдалы информация айтады ол жерде, база жоқ, бірақ өте көп сөйлейді да, бір қысқаша. Аз сөйлеп, бір 5-6 сөзбен түсіндіруге болмай ма сол заттар? Мына жолдар қолайсыз екен, кішкене ғана жер, мына жерде трамвайный жол. Вот, машинада ешкім ештеңе деватқан жоқ. База жоқ. Бізге, достар, менің маған бір ұнайтыны, мына жерге тоқтап түсіндіріп алайын. Или тоқтамаққа жай жүрейін, ана жерге дейін. Біздің бастық, яғни біздің мафия өте жақсы адамдар. Правиламен действовать етеді, адал сондай да. Ешқандай наркотикке жоламаймыз деп айтты өткенде бос. Сосын біз боқтамаймыз деді өте. Күшті зат, біз боқтамаймыз деді. Морелло-ның адамдары сияқты, Морелло дейтін олар жауыздар дейді. Смотри, как мы работаем, Том. Иногда все идет как по маслу, но иногда нам пытаются дать отпор. И тогда приходится импровизировать. Понял. Просто делай, что я говорю. Окей. Біз қалай жұмыс жасайтынымызды қара дейді бізге. Неге мен аналар сияқты жай жүрамайым? Тез жүгір, тек жүгірем. Давай, кеттіп. Как дела? Классно. Как крошка Джулия? Она уже не та крошка. Такая же ягоза, какой была ее бабуля. Это здорово, Эл. Просто отлично. У тебя никаких проблем нет? Может, шпана достает? Нет, нет. Ничего такого. Хорошо. Так ты собрал деньги? Они там, в подсобке. Я сейчас... Том их возьмет. А ты стой там, чтобы мы тебя видели. Трудный выдался месяц, Сэм. Я беспокоился, что не соберу, сколько нужно. Эл. Так, не мне зад, но прочесть заметку, Лиды. Письмо из банка. Уважаемый мистер Бартарелли, уведомляем, что вы выполнили свои обязательства. Короче, Керемес, он охмаймс. Я знал, что ты не подведешь. Не, мнажах то налом с грех шарахшан. Успокоился. Как же нам защищать тебя и крошку Джулию? Но не зад. Так, алвалдым. Нам еще в несколько мест. Где деньги? Инфами, фитуси, войчи сукьятель сангвы. На столе. Има коричневый конверт, да. А, много. Так, ақшаны алдым. Сядьте в машину. Так, көлікке отыруымыз керек. Достар, біз мына бизнесті крышават еткенбіз. Что угодно. Конечно, Сэм. Конечно. И маме своей привет передавай, ладно? Так, алатын ақшамызды алдық. Енді біз көлікке отырамыз. Тезірек болса, ей, уақыт жоқ. Жылдам-жылдам жұмыс істеу керек қадам деген. Давай, отыр, отыр. Так, енді қайда барамыз. Дальше по плану магазин старого Юджина. Китайская лавка на Таллоу. Он еще не помер? Того гляди и помрет. Китайская лавка. Китайский лавкаға баруымыз керек. Дом на самом деле старого владельца зовут Юджин. Он китаец, но его имя звучит похоже на Юджин. Так что мы его так и прозвали. Когда-то Полли разбил ему башку о прилавок. Году в 27-м, да? Ага, весело было. И с тех пор никаких проблем. Так вот, если приглядеться, увидишь кровь на прилавке. И дняга так и не смог ее оттереть. База жоп. Мы держим этих узкоглазых на крючке, чтобы банды из Чайна-тауна понимали, это наш город, а не их. Но с племянником Юджина мы пока не знакомы. Может, придется познакомиться. Парни из Чайна-тауна. Короче, без Чайна-таундага балдарга дәлелдеп тастаған екенбіз, типа, бұл біздің жер екенін. Соқпа. Полицейскийларға түсіп қалмау керек, өйткені оларға түсуге болмайды. Міне Чайнатаун, достар, китайский көшеге кірдік. Бұл жерде тек қытайлар өмір сүреді. Так, қытай бизнесі, қытай кухнясы, сондай деп ойлаймын, мына жерде тек қана ресторандары там китайский. Мәссаған. Той, қайда, қайда. Жол берсейші, мына жақта братандарың кетіп бара тұрған. Приехали. Все, келдік. Сейчас я сам, Сэм. Уверен? Да, уверен.
Хазыр мен өзім дейді. База жоқ. Өзі барып шешсең деп отыр, походу. Он хочет один разобраться. Когда Поли чем-то недоволен, ему нужно выпустить пар. Просто пусть сделает так, как он хочет. Вот такой он человек. По голосу понять можно. Порой ему надо давать шанс все сделать самому. Пускай порезвится. Походу, апсайдан очень деп рюк қаз. Ай бой херат отыр. Да, теперь племяннику Юджина не до смеха. Если Поли завелся, его не унять. Как-то раз мы прижали одного портного в Холбруке. С тех пор бедняга прикован к креслу каталка. Мя, шин, подшин шарватрану. Босаш ты зе. Ха-ха, кили жатканара. Вот и он. Быстро управился. Поехали, пока нет копов, Том. Давай в мотель к Биллу. Племянник Юджина заплатит на следующей неделе. Еще и сверху добавит. И как он? Нормально. А прилавок? Ну, чутка кровью испачкан опять. И как сильно? Ничего, вытрет, не развалится. Когда на ноги встанет. Ема, Юджиннің племянникінің бизнесы бұл шарсы. У нас много историй о племянниках-китаёзах, которые оттирают прилавки от собственной кровищи. Да. Вроде это было нетрудно. Нетрудно? В смысле нетрудно? Не знаю. У вас как-то само все выходит, ну а я чем хуже? По-твоему, это любому по силам? Мы с Поли годами работаем на этих улицах. И тут приходишь ты и думаешь, что сразу во все врубился? Я не говорил это, Сэм, я... Ты первый день на работе. Ты даже не представляешь, что мы здесь делаем и как мы это делаем. Сэм, по-моему, ты... Нет, Поли. Этот шкет думает, что он теперь крутой. А я таких, как он, в землю зарывал. Думаю, тебе самое время извиниться, Том. Извиниться? Я бы, может, и извинился, если б не заметил, как ты лыбу давишь. А его проняло, Сэм. Точно проняло. Я отсюда могу унюхать, что он обделался. Не, не проняло меня. Когда малыш Тони пошел на дело в первый раз, он передо мной на коленях стоял, пока не понял, что я шуткую. Ага, ты справился куда лучше него. Короче, ну, не хатай вотр на Сэм деген қасымдағы. Хатай вотр лучше, да? Боже, ненавижу ездить за город. Ты вообще все ненавидишь. Но за городом мне хуже всего. Почему заведение у нас в списке так далеко от города? За городом лучшее место для стрелок, карточных игр и вообще всего того, чем занимаемся. Мы должны забрать целый мешок наличных. Этот парень нам задолжал, понимаешь? Ах, Ральфи будет в восторге. Базар жоқ, но не. Мы должны забрать целый мешок наличных. Этот парень нам задолжал, понимаешь? А то босс будет в ярости. Да, это место приносит кучу бабла. Сохпайтын жерден соғып, мен де бүйтіп қарайын деп алдым. Тем больше денег мы с него обычно согребаем. Недавно у мотеля началась новая жизнь. Там на пути, в Lost Heaven, останавливается кубинский ром. Его привозят прямо сюда? Ага. А потом мы продаем его в тридорога. Обмен проходит в мотеле Билла. Он под защитой у Сальери. Но босс и другим семьям разрешают им пользоваться. Даже Морелло? Да. Для поддержания мира. К тому же он так далеко, что всем насрать. Пока все получают свою долю, зачем кому-то мутить воду? Так, босса Билдинг гостиница снда сделкалар была по улицам и тротуарам, как я. Похоже, ты не очень-то любишь природу, Полли. Но он ничего не любит. Не гулять, не в заперти сидеть, ни в городе, ни за городом. Терпеть не могу быть на природе. Скажем, принимать поставку бухла посреди какого-то поля. Всегда говна по колено, холод собачий и темно хоть глаз выколи. Хорошо, что теперь ты с нами, Том. Сможешь делать все то, что Поле ненавидит. Что ж, рад помочь. Жақсы болды дейді бізге қосылғаныңа. Мен де қуанып отырмын, по идее. Тек сендер емес. Ну что, мы на месте. Наконец-то. Мы ақыры келдік ол. Өте алыс жол екен. Подожди здесь, Том. Мы скоро вернемся. Ладно. Окей, мен де бармайын ба нешіне? No smoking. Шекпесеш тупой. А, жоқ, молодец. Жақпадым до конца. Айбой отцат прет. Том! В смысле? Томми, я ранен. Господи, Поли! Скажи Сальери, теперь это место наше. Копишь? Только суньтесь.
закончится еще хуже, чем ваши дружки. Забери Сэма. Они выбивают из него информацию. Нужно отвезти тебя к врачу. Это подождет. Сперва вытащи Сэма. Ладно. Сэм дал шахты отрмал. Ладно, держись. Киттыгал соқсыға. Так, пистолет. Ойбай, на улин. Так, бұртылық ена меню. Пайди, маған онаған жоқ. Она меню. Так, мен хыпым азайып қалып, бағана жолда машина мен столбқа бекер соқтым мен. Йомайы. Так, найдите способ попасть в мотель. Окей. Так, артынан біз жол табуымыз керек. Скрыться. Икс дейді. Сэмді қинаватыр, има ұрып. Оқ бар екен на жерде. Все, оқ алып алдым. Так, мотельдің ішіне кіреміз. Има миссия, достар. Ано, ана жақта? Ана жақта не бар? Мә, 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 мә саған, мә саған. Айбуй, айырып тұсадым. Так. Яқта ешкім жоқ па? Так, ешкім жоқ. Алатын оқ, ана мұнау жоқ па на жерде? Жақта ешкім жоқ. Давай, 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 тұншықтыр, тұншықтыр. Қызыватыр, қызыватыр. Ема, давай, давай, мә, мә, мә. Айыр, айыр. Мә соған. Бұй, маңдайын жартысадым. Так. Мына жаға. Мэсан! Давай, давай, давай! Давай! Бір прием ба? Басқа прием жоқ па, братан? Так, на жақты алып алдым ғой мені? А, міне, міне, міне. На жақтан күрге бола ма? Или болмай ма? Так, отельге кіретін басқа жол тап деді. Мен кірдім отельге. Сэм қайда? Сэм, Сэм, Сэм. А, міне, 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 міне. Ох, сейчас пошумим! Мә, саған. Отвлеките его кто-нибудь! Мә. Так, артсам, Сэм қайдасын, братан? Так, прочесть, да. Принесем городу это уважаемый гражданин Lost Heaven, владелец заводов и верфи, создатель множества рабочих мест, друг города, хороший отец и верный муж, да. Мя. Ах ты, падла. Мя, хедшот. Эх, ты ищем. Опа, ататр, ататр, коматотр. А, нау, нау, ататр, ма. Так, все, разобрался. Ох, жоқ па, нехта? Қаралайын. Жоқ, ох, жоқ. Адамдардан оқ аламайым, я? Жоқ, адамдардан оқ аламайым. На жерде есік. Все, далаға шығатын есік бұл. Сэм, на жерде. Ох, и досталось тебе, дружище. Мә, саған. Мұш нұрған екен ғой. Боже. Держись. Все будет хорошо. Ты же здоровяк! Оооо! Ема, много им? Черт! Хашпарат, он взял деньги, Том! Он взял деньги, дит. Я догоню урода! Столом, столом, моим дома, братан! Где Сэм? Внутри. Он жив. Тогда забирай бабки! Окей, окей. Давай, 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 давай. Хашпарат меня на умбаган. Так, екеуін құтқардым мен, по идее, екеуін құтқардым. Мә. Нажмите, чтобы выстрелить из машины, дейді.
А чё, куздев отпаем, бане? Там менде ох таусылады ғой қазір. Ека ох па не менде? В смысле ека ох? Ох жоқ менде, достар. А, болды. Бар екен, бар екен, бар екен, бар екен. Так, жақындауым керек мен. Машинадан көзде алмайын ба мен? Көп қо мыналар, мен бір өзім ғана. Не істей алам мен аларға қарсы? Ойбай, ойбай, о-о-о, база жоқ, апгон жасадым, артқа қарауға болмайды, қадалып қалам. Ну, примерно қарадым, алыста олар. Наған, ең басты мынаған жету, мына ешек басқа. Давай. Чтобы, не дейді? Ату атырым ғой мен, ема, не істеу керек енді? Давай. Спокойной ночи, сволочь дейді. На машинан аты еп аты сау керек па не, қайта. Былай ғой, былай, красава. Все, тюмс. Мэ. Кматотр, маған. Давай. Ақшасын аламыз ба, надан? Эй. Или мыналарды өлтіріп алу керек па, бірінші? Или машинаны жартып салу керек па? Кім ма? А, оңбаған, нау аты батыр екен қой. Тоқтан, нан өлтіріп сайын бар. Шығал. Мә, саған. Үшшак. Нау не істеп жүр? Каково быть частью семьи. Ощутил цену такой жизни. Видимо, прямо тогда и надо было сваливать. А, просто ена вас угрик. Я уже не мог снова стать никем. Обышите машину, дейді. Глава пройдена. Короче, машинаны ұстап алдым, бәрін қырып тастадым и... главаны өттім, машинаны обыскать еткен шығармын. Непыльная работа, дейді. Окей, достар, жалғастырамыз. 1938 жыл болды уже. Так вот, значит, как обычный водила вмиг превращается в мафиози, да? Просто повезло. Тогда я так не думал. Я припарковался на той самой улице, где из-за угла внезапно выскочили Полли с Сэмом. Так вообще бывает. Мне казалось, что здесь не обошлось без высших сил. Ну, если тебе от этого легче, приятель, все же тебе повезло. В смысле, еще вчера ты был честным работягой, пахал как вол, а все относились к тебе как к иммигранту, как куча дерьма. А теперь у тебя полные карманы грязных денег Сальери. И ты уже хозяин жизни. Все не совсем так. Тогда Сальери еще не рулил городом. Дон Морелло зарабатывал в десятки раз больше него. Покупал копов, политиков, судей. А кого не мог купить, запугивал, чтобы не мешали. Да уж, он и правда заставил весь город ходить на цыпочках. Вы слыхали про Джоуи Сухаря? Его имя было в деле Морелло. Боксер, да? Да. Тот самый. Джон Сухарь дейма, не дейді? Боксер. Походу, су боксермен мен алдағы уақытта төбелесем. Говорят, тем утром Джоуи ехал на тренировку. И, может, замечтался о чемпионском поясе. Ё-моё! Да чтоб тебе! Урод! Спишь за рулем ты, что ли? Ты смотри, а! Иисус Мария, Господи! Дон Морелло, я не знал, что это вы. Кто-то еще мог проезжать здесь на редкой иномарке, Джоуи? Нет. Дон, простите меня. Я ехал очень медленно. То есть это я виноват? Нет, сэр. Просто
Я ведь... просто это моя первая авария. Да уж. Ремонт обойдется недешево. Да ничего страшного, сэр. Колеса в порядке. Только бампер погнулся. Мой брат сможет... Ай, бай, на Морелло дейтін оңбаған мал екен ғой. Ай, бай, көшеде түскі уақытта полицейскийлардың көзінше өлтіріп тастады адамды. Это все слухи, дружок. Я знаю, что Морелло зашибал кучу денег на поражениях Джоу и Сухаря. Все так и есть. И все же Морелло разбил бедняге череп и бросил его труп посреди улицы. Что-то не сходится. Может, Дон считал, что карьере Джоуи конец, или пугал других, чтобы платили вовремя. Дон Савери считал, что Морелло теряет рассудок, когда взбешен. У тебя были другие проблемы с людьми Морелло? Сперва нет. Когда меня приняли в семью, все было спокойно. Бывало, проучали парней, которые хотели отжать территорию, но в остальном все как обычно. Толкали бухло, давали защиту, частенько собирали дань по мелочи. Но врать не буду. Иногда мы отрывались по полной. Базаржик. Морелло деген кәдімгідей жауыз адам екен. Боксерді өлтіріп сат, короче. Адал ойын 1932 жыл. Уже 2 жыл өтті. Мен мына семьяда 2 жыл мұрын. Спасибо, что пришел так быстро. Не за что, босс. Я слушаю. Скоро гонки, ты в курсе? Да, конечно. Поли и Сэм поставили деньги на... нашего. Майки Дана. Да, точно. Хороший парень, но задиристый. И деньги тратить не умеет. Пару лет назад Майки взял у меня в долг. Хотел поменять колеса, гонять на старом хламе по карьеру. Я подумал, заведу хобби, я люблю тачки. Оказалось, Майки лучшее вложение. Он выигрывает гонку, даже если пешком идет. Потом он занялся серьезными гонками. И я начал время от времени ставить на него. Очень скоро я вернул все деньги с лихвой. Да, Сэм сказал, парень силен. Так и было. Мы сделали всех соперников. Но Ральф узнал, что теперь в гонке будет новый участник, парень из Европы. И тачка у него пошустрее нашей. Что мы можем потерять? Кучу денег. Но дело не только в них. Много уважаемых людей обращается ко мне за советом. Все они поставили на Майки. Будет новый черный вторник, если он продует. Ну, для всех, кроме Морелло. Типа он стоит за европейцем? Я в этом уверен. Мне поговорить с гонщиком? Не выйдет. Морелло хорошенько его спрятал. К тому же, если он исчезнет или сольется, наши ставки сгорят. Все завоют, что гонки подставные. Что насчет тачки? Как раз о ней, Томми. Ральф знает охранника трассы. Поезжай туда ночью, забери машину европейца, пригони нашему механику, он там поколдует, и верни назад. Без проблем, босс. Ема... Мынау уже сможешь поскорее. Адал емес затқо, мынау честная игра дейді. Біз адал адал ойын деп ойласақ, короче, біз про честь. Гонка все ближе. Важнейший день спортивного календаря вот-вот наступит. В Лос-Хевене стоит прекрасная погода. Город залит солнечным светом. И на автодроме ожидается рекордное количество зрителей. Знаменитый немецкий гонщик Мартин Лихтенберг взял паузу в международных заездах, чтобы бросить вызов кумиру Lost Heaven, Майки Данну. Поклонники гонок уже дрожат от нетерпения. Маған босс тапсырма берді. Қазір мен трассаға барып, охранникпен сөйлесіп, жаңағы Европадан келген Морелоның жалдаған, соның шақырған гонщигінің көлігін осы жаққа алып келем. Біздің механик сол гонщиктің машинасымен брейка адал емес заттарды істейді, яғни скорсын түріп сайды, немесе тормызын алып сайды. Я с тобой был. Ты иди, Том, я разберусь с этим дурнем. Так, на жақта не бар бізде. Он тебя домой отвез. Ах да, поговорите с Ральфом. Ральфпен сөйлесу керек дейді, окей. Ральф деген біздегі бағанағы механик қой, походу. Я біздің механиктің аты Ральф болу керек.
Тут да. Бонасере, Том. Классен, чувак. Мне Ральф. Тут 5-6. Эй, Томми, сегодня важный день, да? Ты уже видел гонки? Такое не пропустишь. Сальери не даст Морелло лишить его победы, так? Нет, сэр. Это будет ему уроком. Итак, сегодня ночью мы заберем тачку его гонщика. Мой друг Бобби – охранник. Дашь ему на лапу, он покажет, где тачка, и отвернется, пока ты ее увозишь. Молодец твой Бобби. Точняк. Есть один парень, Лука Бертона. Перегони тачку ему, это под мостом Джулиана. Он ее, типа, подкрутит. И завтра гонка станет интереснее. Потом я перегоню тачку назад, и Бобби больше не придется отворачиваться. Но поторопись. Бобби заканчивает в 1:30, а его сменщик... мудак. Дима, Альгерум, Герек. О, привет. Так. Если тебе нужно оставить... тачку там, где ее никто не найдет, пригоняй ее в гараж. Карло его наконец-то расчистил. Спасибо, буду знать. Окей, возьмите машину в гараже. Аллак. За руль. Ема, нано, мен дейтін гараж? В кале... Көлікті тюнинг жасайын ба не? А, вправо. Ооо, ё-моё! Бәсе осындай көлік керек қой бізге. Ай бөйна, говноға қара. Ай бөй, заруль. Ема, осындай көлік керек қой. Машины, на которых вы ездили, добавляются в гараж. А-а-а. Көшеден біз бір машинаны ұрлап алып, мінсек біздің гаражға қосылады екен сол. Мә, мұнада ұжы скорость бар, достар. Базар жоқ. Бірақ абайлау керек, абайлау керек, абайлау керек. Қанша скорист мұқты болғанымен, на жерде адамдар көп, көлік көп. Так что, кішкене... кішкене абай жүруіміз керек. Бірақ бір уақытта қаттырақ жүруіміз керек, тезірек. Өйткені біз үлгеруіміз керек. Бағанағы охранниктің смені бітіп қалмау керек. Жоқ. Блин, царапина деген бізде болмау керек, по идее. Түнгі трассаның қарауылын барып тауып алу біздің миссиямыз. Барып тауып алайық. Все, келдім. Мәссаған. Ты Бобби? Ага. Твою тачку отгоним в гараж. Там никого нет. Друзья Ральф и мои друзья. Да, если у тебя деньжата есть. Все, мы на коллегам до тупам занжахабар. Завтра все припрутся сюда. Весь город. Пронесут бухло, начнутся драки. Ненавижу эти дни. Да ладно, зато выходные здесь лучшее место в городе, чтобы деваху подцепить. Даже не начинай. Знал бы ты, что я повидал. Все, болды ма? Так, мы на месте. Так, хайда барамыз енді. Жылдамырақ көрсет, гонщиктің машинасын көрсетін деп отырмаған. Походу, Феррари тұратын шығар ішінде. Европадан келді деген болса, итальянец деп ойлаймын. А, мынандай гонщик көліктер ма? Каразелла серии С, 29-го года, лучшая в классе. Жаль ее раскурочивать. Если копы увидят такую на улице, то будут задавать вопросы. Если догонит ее, постарайся не разбить ее, ладно? Окей. Значит, от Бертона надо вернуться к 1:30, до прихода сменщика. Да, он мудак. Слыхал. Гонщик машина. Вай-вай, мына скорость на гарандар. Мәссаған, базар жоқ скорость. Хо мынау? Действительно, гонщик десек гонщик екен мынау. Короче, бұл... Европадан келген жаңа гонщик адамның көлігі, біз осы көлікті жай жүретін қылып тастауымыз керек, өйткені бұл Морелоның адамның гонщигі, а Морелло деген оңбаған біздің дұшпан, мафиядағы. Морелоның ұтуын біз қаламаймыз, сол үшін оның ұтуын біз, оған ұтысты беріп қоймауымыз керек. Так, царапина жасама деді, не разбей деді.
соғып алма. Сосын біз соғып алмауымыз керек. Жоқ. Байқаңдаршы. Ема, полицейский. Жоқ. Басқа жаққа бұрылу керек еді ғой негізі. Нони, давай на жаққа. Трассаға қарауды ұмытып кеттім мен. Бұрылыс оңға. На жаққа мет? Дұрыс па? А, жоқ, со жаққа ма не? Ема. А че маған жаңа андағып көрсетті картада? А, ол трамвайдың жолы ма, қызыл линия. Ой. Шайдым мен на жерде, кішкене. Ренжімеңдер. Ана, картаға әлі үйрен салмай атыр мен. Жоқ. Мә, соқтым ғой мен. Миссия бұзылып кетпей ма? Үлгереміз, айындама, үлгереміз. Мәс, саған, так, бір жарым минут қалды. Мына управлениесі қиын, достар, жайдан жай соғып атқан жоқпын мен. Мысалға, басқа гонщик, гонка ойындарда, GTA-да, мысалға. Управление түсінікті ғой, а мына жерде ауыр шын, ау, енді ескі көліктер ғой, баяғы 1932 жылғы көліктер. И сондықтан бұл көліктерді, қарандаршы, ау, вообще, оны бұрылуы қиын, тоқтауы қиын. Үйрену керек. Физикасына. Все, гаражға келдім мен. Үлгердім. Все, үлгердім. Ема, бірақ соғып алдым. Ема. Томми Анджело. Лука Бертоне. Ох, какая она красотка. У нас мало времени. Эй, я работаю быстро. Прогуляйся. Мен бірден жылдам жұмыс жасайын дейді. Ну привет. Көлікті нашар жүретін қылып жасайын деп жатыр. Ну, әділ емес негізі бұл. Ну, енді мафиялардың арасындағы конкуренция ғой. Дайын дейді. Біздің дұшпанымыз Морело қуанбау керек, ол ешқандай жеңіске жетпеуі керек. Сол үшін біз... Осторожнее с ним. Это малышка. Здорово. Эй, передай мистеру Сальери, что я всегда рад поработать. У меня много заказов. Но вы, ребята, особенные клиенты. Есть тачки для дела, есть для понта. О цене договоримся. Лишь бы паренек Сальери победил. Это главное. Да уж. Веди осторожно. Окей, енді соқпаймен. Айбы, дауысы говно оқытты онан. Еще мотор қызып кетпеу керек дейді, әне көрсетіп тұр, сонда ғып жасап қойған. Короче, моторы жанып кетеді, жарылып кетеді, егер мен тек газды баса беретін болсам. И мына Европаның гонщигі бұл көлікпен жылдам жүре алмайды. Базар жоқ. Уже дауысынан белгілі, бізде моторына бірдеңе жасап тастады жаңағы. Біздің адам. Мотор қызайын, анаң қараңдар, ема. Мотор қызып кетейін деп жатыр. Управлениесі де жаман боп қалды, достар. Управлениесін де түсіріп тастаған. О, мә, соғуға 1 сантиметр қалды. Так, на жерден оңға. Базар жоқ. Осындай адал емес жолмен біз гонканы ұтайын деп жатырмыз. Ну, адал емес болғанда енді ол Морело деген оңбаған адам болғасын. Өзі соны тілеп алды, достар, біз. Жоқ, соқпашы, өтініш соқпа. Біз олай адал адаммен, жақсы адаммен бұлай жасамайтын едік. Ол Морело деген жауыз болғасын солай жасап жатырмыз. Жауыздарға... Жауыз болу керек қой, короче. Нехорошо, мы смотрим гоночную машину на улицах. Я все правильно понял? Е-мое, полицейский алар ма?
Мена машина вообще хинго. Управление вообще жаман бухал на жара. Мастерской дара бала жаман был стадо содан кин вообще ворлмайт вообще тормоз деген заттар жок. Бар өте нашар болып қалды. Бағана қиын еді, мынау одан да қиын. Ха, полицейскийлер маған жете алмай қалды. Болды ғой, үлгердің. Так, на жаққа. Базар жоқ. Енді орнына ешкім көрмегендей қойып қоямыз. Так, артпен кірейін ба, әлі алдымен кіре берейін ба? Вернулся. Слава богу. Готово дело. Она едва ездит. Отлично, а теперь пошли отсюда. Завтра важный день. Әрең жүріп тұр дейміз. А, келді әне, гонщик. О, қалай сезбей атыр қаз на жергеден кейген кезінде. Короче, выходит Сэм из толчка. А я молюсь, чтобы он достал ствол, потому что мужик за стойкой явно не хочет отдавать долг. А его сынки подходят все ближе. Слышу, как они костяшками хрустят. Два сраных шкафа по 2 метра роста. И что ты достал? Мой член. Прикинь, этот больной говнюк выскочил из сортира и просто обоссал там все вокруг. Да ладно, и даже копов не вызвали. Не, иногда нужно просто показать, что ты псих. Том, можно тебя? Да, Фрэнк. У нас серьезная проблема. Что-то с боссом случилось? Нет, с ним все в порядке. Майки Дан наш гонщик. Прошлой ночью парни Морелло крепко его отделали. Сломали руку, челюсть. Бедняга в больнице. Боже. Да, не повезло Майки. В общем, ты займешь его место. Что? Фрэнк, ты что? Том, я же... гонка начнется уже через полчаса. Это не обсуждается. Дону важно победить. Но еще важнее, чтобы Морелло проиграл. А ты наш лучший водитель. Иначе я бы обратился к кому-то еще. Да. Хорошо, Фрэнк. Славно. Ральфи уже подготовил машину. Поезжай туда поскорее. Біздің гонщик Майки Дан деген Морелло оңбаған түнде біз Морелло-ның гонщигінің көлігін жаман қылып өзгертіп жатқан кезінде ол Морелло алғанда біздің гонщиктің өзін ұрып-ұрып қолдарын сындырып тастаған ғой. Йо-майо Морелло. Оңбаған енді біздегі Майки Дан деген біздің гонщиктің орнына мен отырып мен жарсайын деп отырмын. Достар, білесіндер ғой, мені GTA 5-те мен қалай гонкаларда айырғанмын. Мына жерде де айырып тастаймын мен. GTA 5-тегі топовый гонщиктардан озып бірінші келетін едім ғой мен. Даник па, Тако ма, любойнан. Ал мына жерде изи озып кетемін мен бәрінен. Анау... анау бағанағы ма? Кешегі... Ема! Ема! Қаш, 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 тез! Болсаңдаршы енді. Мына жерде таспақалар жүр. Ема, қашындаршы. Ешак соғып атыр оны оңбаған. Оңбағандар жарысып атыр мына жерде. Тек ғыт адама десе, мафияның ішінде де адамдар бір-біріне соғып итеріп атыр ғой. Так, 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 мына жаққа. О-о-о, әдемі, әдемі, әдемі. Жоқ, 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 жоқ. А, шөп екен ғой анау. Жарайды. О, шифтпен артты қарауға болады екен. Давай, давай, прямой, 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 прямой. Так, үш круктан бірінші крук. Мен 9-шы орындамын, 16 адамнан. Жоқ. А, шөп, 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 шөп. Ештең етпес, ештең етпес. Достар, мен бірінші орынға шығым керек. Уже 7-шы орынмын. Уай, ба. Осылай нету керек қой. Давай, 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 давай. Главный бірінші келу керек маған. Так, оздым, оздым, оздым. Давай, 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 давай.
Давай. Так, бесінші орын, маған бірінші орынға шығу керек. Әлі екі круг бар. Китары. Үшінші келе жатыр мен, үшінші. Осы жерде мен осы көтем бәрінен. Дәл осы жерде осы көтем, давай. Новичок справляется не хуже, дейді. Какой новичок? Тупойсың ба, ё-моё. Мен самый топовый гонщик мына жерде. О! Тупой, нони, тупить етпе. Артыма қарайым деп. Я, әлі біткен жоқ гонка. Нони, давай тупить етпе. Ё-моё. Жол бермеймін. Жол бермеймін. Мына жерден бағанақ трюкті қайталаймыз. Ойбай! Ема! Құрвар! Хайуан! Құрвар! Итерме, ей! Мал! Все, мына жерден осып кетеміз. Болды, енді бермеймін орынды. Так. Мәссаған жоски не кетіп атыр. Талас кетіп атыр. Соңғы айналым. Осы жерден енді ешқандай қателік жасамау керек. Тормоз бердім ғой, тупой, ё-моё. Нормально. Артымда аналар почти қалмай келе жатыр. Ну, енді олар да гонщик қой, енді профессиональный. Бірақ менің қасымда олар таспақа. Ешкім оза алмайды менен. Все, мен ешқандай қателік жасамаймын енді. Давай, әдемі бұрылыс. Так. Примерно 80 метрдей келе жатыр артында аналар. О, на поворотқа жақсы кірдім. Мына жерден секірмей ақ қояйын осы жолы. Қателік болар. О, нормально. Конечно, смогу. Давай, на жаха. Мә, на жерде бірінші орын алсам, мен вообще топпын, достар. Лайк басамыз, мынандай гонкаға. Надолго ли дейді, болды уж финал ғо. То есть финал болғанда финиш ғо. Давай! Бізде финиш! Айырты сағансың ғой, ема! Ана қыз сынды маған жаға қараған. Топ. Вам сегодня везет? Эй, Томми! Вот наш чемпион! Эй, Том, хотел поблагодарить тебя за победу. Я поставил зарплату за полгода. Если б не ты, быть мне бездомным. Я сделал то, чего хотел Дон Лука. Ну, я все равно тебя отблагодарю. Загляни как-нибудь в мой гараж. Я найду что-то, что поможет тебе подзаработать. Конечно. Спасибо. Я знал, ты не подведешь там. Благодаря тебе мы подняли кучу денег. А Морелло теперь будет мелочь на тротуаре подбирать. А что с европейцем? Бедняга, наверное, примеряет бетонные башмаки. Бот, ты заслужил каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Спасибо, босс. Выпьем, мальчики. Подружка-то есть? Или все уйдет вот на это была шлюп? Гонка, да? Вот так. Нет, но я куплю что-нибудь для мамы. Молодец. Выпей чего-нибудь. Поздравляю тебя, герой. Опа-на. Мне просто повезло. Ну, я ставила на другого, так что выпивку с тебя. Ат, друго, ат.
Походу сандровалмас. Вот. Теперь хоть на обложку. Спасибо. Ема. А как надоест праздновать, поищи своего дружка Полли. Он страшно напился, как бы чего не учудил. Ладно. Доведу его до дома. Так, біздің досымыз ішіп алған дейді, соны үйіне дейін апарып тастау керек дейді. Так, наналардың бәрімен сөйлесіп шығамыз ба не? Так, на қыздың қасына да барып сөйлесуге болады екен, осымен сөйлесіп бірінші. Оли и другие твои дружки уже выпили половину моих запасов. Ты его нашел? Поли тауып алуымыз керек, Поли. Так, Поли қайда бізде? Нау не дейді екен бізге? Так легко это вышло. Томми, 20 лет назад здесь были первые гонки, и мало кто смог доехать до финиша. Это все машина, Ральф. Я лишь указывал ей путь. Эй, ты видел Поли? Надо он срек. Том, твоя победа оплатила год школы для моей дочки. О, рад помочь семье Калетти. Что ж, празднуй победу. Только присмотри за Полли, пока он не опозорил себя и семью. Полли? Я не позволю омрачить этот вечер боссу. Не беспокойся, Фрэнк, я его найду. Хайда Полли тавал грек бізге. Так. Управление полиции Лос-Хевена просит напомнить, что продажа и употребление спиртного строго запрещены. Да, мне трогал. Обедали, Томми! Спасибо. Молодец, чемпион. Сэм. В прошлый раз ты так гнал, когда я тебе пушку в башке приставил. Будто сегодня было иначе. Наш квартал купается в деньгах, так что тебе ничего не угрожает. Эй! Ты Поли не видел? Он нажрался в хлам. Едва на ногах стоял. Да, слышал. Курген жоқ мен Полиді. Поли, 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 хайдасын, братан. Первый раз у нас на гонках. Год назад рев моторов было слышно из окна. Надо он сравнить с Вейн, да? Но на трассе я раньше не бывал. Они зад. Начнут выгонять еще засветло. Не обращайте внимания. Детектив? Как она себя вела на журнал, ма? Раз пять пыталась боком уйти в стену, но обошлось. Ты нигде не видел Полли. Он был здесь минут пять назад. Выглядел так, будто смерть свою увидал. Похоже на него. Бес минут алдын осы жерде болды дейді. Так, бес минут алдын осы жерде болса, Полли, Полли, Полли. Мына жақта шар. Бір жерде жатыр ол по-любому. Так, қайда Полли? Полли! Қайдасын? Разрешите Полли дейді. Мына адам сұрайықшы. Так, осы көрген шығар, по-любому осы жерден шығады, ворота ана жақта, жол мына жерде. Слава богу, ты здесь. Если твой друг не придет в себя, кто-нибудь вызовет копов. Да, похоже, Полли уже пора на финиш. Қайда Полли? А, мне жатыр ғой. Ема, братан, не істеп жатсың, сонша адам. Осындай дәрежеге дейін баруға бола ма? А утка сказала, кля, а птичка сказала, что? Не знаю, но вот тот охранник сказал, что тебе пора уже домой. Да он козел. Проявил бы уважение! Согласен, но я тоже считаю, что тебе пора закругляться, пока ты все тут не заблевал. Ну, ладно. Ты прав. Идем, чемпион. Все, и не апарцаемся. Походу. Мя, ну. А я гнда тролмай тругу. А, мне тругу машина. Давай, вот тут, чувак. Иенге дейін апартсайын. Айтпесес, нажақа қаз полицейский лар шақырса. Сені алып кетеді тупа участка. Ты молоток, Томми. Классно. Будешь. Отвезите Поли домой. Не ошибся в тебе. Знаешь, что я сказал, когда мы тебя нашли? Что ты сказал, Поли? Я сказал, он классно водит. Да он Сальери. Этот парень классно водит. И вот мы здесь. Это точно. И вот мы прямо здесь. Вот мы. Мне даже неловко, Том. Погляди на себя. Ты теперь... Ну, типа гонщик-победитель. Новичкам везет. С тех пор, как ты в семье, у тебя все тип-топ. А знаешь почему? Просто мы с Сэмом оберегаем тебя от серьезных дел. Вот как.
Ты не знаешь, как это бывает. Тебе приказывают явиться к Дону, и тебя прямо всего трясет. Я делал жуткие вещи, Том. Мы все тут заодно. Я делаю то, что приказывает Дон. Точно так же, как и ты. Ты похож на меня. Не можешь просто отключать эти мысли. Выбрасывать их из головы, как Сэм. И приходить домой, будто ничего не было. Оли, ты пьян. Перестань болтать, пока ничего лишнего не наговорил. А, ты прав. Ты прав. Так, хатты мас болып қалған біздің қасымыздағы Поли. Дай мне бы сейчас девку. В этом я тебе не помогу. Отвези меня к девкам! Давай в голубые тропики! Давай-ка лучше домой поедем. О, мост! Езжай через мост на остров! Отвези меня к девкам! Қыздарға барам деп қырып отырмын. Отвези к сладким красоткам. По-моему, лучше сейчас отвезти тебя домой. А я что, дома? Ты меня домой привез? Может... может... Ты... Ну да. Это хорошо придумал. Ладно, я тогда... Сладких снов, здоровяк. Тогда я... Посащихся, ё-моё. Что-то мне нехорошо. Анг мах ты верми. Уф. Вот так, достар, глава пройдена. Честно, игра дит. Ну, адал. Ну, адал вот я, адал. Шынмен де адал кем. Мен ойладым басында, что мен европейцтің несін нет тастасам, машинасын жаман қылып тастасам, адал емес болады деп. Бірақ адал ойым болды. Өйткені, ол біздің гоншигімізді ұрып қолдарын сындырып саған Морелло оңбаған. Thank you.